Около 1000 жителей Югры стали зрителями рождественского спектакля в Ханты-Мансийске. Среди выступающих – прихожане храмов и учащиеся православной гимназии. Такие мероприятия помогают сделать Рождество Христово более ярким праздником, чем Новый год. Ведь это куда более важное событие. Девочки, как настроение? Отлично! Готовы? Да! Молодцы! Звездочки, молодцы, снежинки! Звездочки, снежинки, а еще женихи, свахи и рождественские христославы. За плечами у всех участников этого спектакля нет профессионального актерского образования. Марина Емец, к примеру, воспитательница детского сада. В сказке «Морозко» ее роль хоть и не первого плана, но репетировать пришлось больше месяца. После работы и в выходные дни. Сложно, потому что это стеснение, во-первых. Но так как у меня ребенок учится в православной гимназии, и мы тоже хотим, родители, принимать участие в жизни наших детей, а, естественно, Рождество – это самый главный праздник для нас, православных людей. Поэтому как бы мы с удовольствием откликнулись и захотели играть. Всего же в постановке было занято больше 100 человек. Самому маленькому артисту едва исполнилось 4 года. Это прихожане, воспитанники православных гимназий, участники ансамбля народного танца «АЛЛАТРЬ». Хотелось бы, что в дальнейшем люди привыкли праздновать, как раньше, в старину, не Новый год, а Рождество. С песнями, с колядками, в храме встречать Рождество. Это очень здорово, это дает заряд энергии и бодрость. Попасть на рождественское представление югорчане могли абсолютно бесплатно. Пригласительные билеты раздавали в православных лавках Ханты-Мансийска. Посмотреть сказку приехало почти 1000 югорчан. Наша школа и другие школы района ежегодно приезжают сюда на праздник. С нами приехало 6 детей. Ну, это только с нашей, с Троицкой, с маленькой школы. Есть школы и побольше, и со всего района. Рождественское представление посетил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Всем нам многое благодарить, я хотел бы всех поблагодарить за участие, ибо это наше выражение праздника. И сегодня мы видим, что Рождество Христово, оно обретает все больше и больше популярность, скажем, не такую политическую, а внутреннюю, духовную. Рождественские спектакли с участием прихожан православных храмов и гимназий в Ханты-Мансийске организуют уже 15 лет. И по традиции их можно посещать не только в новогодние праздники. Планируется, что эту постановку югорчане увидят и весной, на Пасху.